Хей, с вами Шумики, и мы продолжаем пройти игру под названием Секира. Окей, как я и говорил, мы отправляемся к бабочке. Я тут смотрю и думаю, может мне что-то из этого вот вкачать? Только что. Нужно вот это, дает навык быстрее в прыжке. Так, это умение способно позволять выполнять боевые приемы в прыжке. Вот это, я думаю, мне нужно вкачать. Блин, мне хилка бы не помешала. Ворна можно вкачать. Давайте полуночника возьмем. А? Давайте полуночника, наверное, возьмем. А дальше там подумаем, что делать. Так, переместиться. Давайте перемещаться. А мы перемещаемся. Нет, стоять. Сначала важные места. Отправляемся к мужичку. Пускай нам сделает новый протез. Чик-чик-чик. После мы отправимся к бабочке. Нужно подумать. Ой, так, стюрикены, да, мы тогда юзали? Или мы топоры юзали? Кажется, топор мы юзали. Мне новое обучение с бессмертным самураем Микири. Окей, сейчас к нему сходим. Что ты делаешь? А? Извини, я заметил, что вы здесь. Резчик кашляет кровью. Я взял образец крови, чтобы изучить его на предмете драконьего... Образец от его крови? Да. Той, которой он кашляет. Кровь даже не видно, выглядит нечистой, зараженной, скверной. Но одной только крови резчика недостаточно, чтобы делать выводы. Я могу чем-то помочь? Да. Принеси мне образцы крови других больных драконьим поверьем. Если у меня будет образцов, я смогу узнать больше о болезни. Я больше попрошу помощь. Спасибо. А у меня оно есть? У меня его нету. До свидания. Так, слушай. О, я вижу, у тебя есть кое-что интересное. Механический ствол. Он может выставлять в самый центр отреза. Давай, иди сюда. Я добываю протез. Работай протез. Что изменится, если его туда сунуть? Это универсальный основной. Я дополню твое оружие боеприпасами. Боеприпасы? Боеприпасы — это те, с чего ты используешь. А, ну так мы это же читали, нет? Мы же читали. Поговори, показать. Установить в протез новый... Давай. Улучшить инструмент. А мы можем с вами улучшить еще что-то. Так, улучшение сюрикена, которое можно усиливать энергией вращения. Расходует каменный дух, уменьшает вражеские запасы жизни и концентрацию, а также наносит больше урона прыгающим врагам. Если зависит прыжко еще сильнее и накопит еще больше энергии, сюрикен будет вращаться... Пружины еще так и... Еще больше энергии сюрикен будет вращаться и после попадания в цели несколько раз нанесет урон врагу. Хорошая вещь. Ага... Огненный ствол, так заряженный порохом, расходует эмблему духа. Поражает двух врагов, стимулирует так огня, накладывая на них статус огонь, прижимает так механический ствол, дополнительно заводит для обрабатывания врагов массивной вспышкой. Пламя не позволяет так в воздухе. Раз, и тут еще есть. Ага, ну у меня денег нету, да? Можно, в принципе, взять... так, хорошо, давайте тогда вот что сделаем. Угу, снаряжение. Мешочек. Сколько ты мне дашь? Только 40? Ой, а ну постой, ё-моё! А мне 400, да, нужно? 600. Давайте как раз тогда все использую. Так, поехали. Раз. Два.
Неизвестный пассивный навык. Опа! Призрачный кунай. Это, скорее всего, мне нужна бабочка, да? Похоже на то. У вас нет подходящего так... Ай, короче, я понял. Окей. Хорошо, давайте тогда отправляемся к нашему сначала. Если говорят, можем там научиться еще чему-то. You may. Ну, обучение смертельных навыков. Так, обучение. Контратака Микири. В таком случае я буду твоим противником. Так, контратака Микири. Если новый можно во время замечательной атаки, который. Давай. А, короче, я ж мог получать их могу, да, звуки отражать. Я понял. Все, хватит. Да ну в смысле еще? Ну я уже понял. Хватит. Хватит. Еще все. Ну хватит. Хватит. Все, хватит. Он не бесит. Ты меня бесишь, сколько нужно раз с тобой сразиться? Это надоел! Нет! Нет, мы не будем больше драться, все. Отпусти меня. Мы идем к бабочке. Понял? Я иду к бабочке. Да он бесит. Или это не оно? Стой. Выполнить контратаку Микири. Я не понимаю. Давай в воздухе. Да, что-то не так, я хочу отсюда выбраться, не хочу больше с тобой играть. Прекрати. Что мне нужно сделать? Алло.
А, уклонение или рывок? Я понял, хорошо. Я вот... Вот этого я сейчас не понял. Как? Типа через раз только работает. Чего? Окей. Okay. Ящик все равно все еще пуст. Я думаю, что он от меня хочет, теперь ясно. Ладненько, поехали. Переместиться. Хитл зал. Остается бабка. Ай, ё-моё, пипец там боссов, вот этих рядовых боссов. Семеро из копьеносцев. Значит, их семеро... А, семь из копьеносцев. Или семеро, или семь копьеносцев. Ну, это один из семи получается. Давай попробуем. Давай далее. Ладно, выпьем. А, в смысле и этот? Я две потратил.
Ну, смотрите, в принципе... А, ну я очень много этих потратил, да? Окей. Да, я зря, походу, хилки потратил. Ой, тихо, тихо. Ух. Так. Сейчас она за мной, да, побежит? Так. Тихо, подожди. Не, я понимаю, в принципе, теперь и тактику против нее. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Опа. Ой, ну блин, а тихо. Так, хорошо, дрожжи. Oh.
Не, ну у нее против нее тактика довольно простая, на самом деле. Осталось только раздобыть побольше денег. Можно на первой стадии вообще даже урона не получить. О, хорошо. Давайте я, наверное, денежку возьму и куплю немного. Купить эмблему духа. Сколько? А откуда у меня столько? 63, ни хрена себе. Да, это я еще могу пытаться и пытаться. Погнали. Ну, тактику, ладно. Поняли. Ай. Ладно, тактика была плоха. Я умираю, здесь умирать. Я слишком неправильно пошел. А давайте посмотрим, какая больше урона нанесет. Колющая атака или режущая? Колющая или режущая? Еще мне нужно понять, как правильно этот юзать. Сейчас попробуем. Наверное, колюще попытаемся. Да, колющая атака лучше. Да ёлки-палки. Но есть все равно хилки. А ну ладно, одна хилка. Одна хилка осталась. Почему я не попадаю, ё-моё? Ай.
Это жопа. Ну что это такое? Типа, я с одной стороны попадаю, с другой стороны не попадаю нихера. А, найс. А зачем я улучшал? А, то есть они там бесконечно падали бы. Давай на другой конец. Окей, делаем таким образом все. Ладно. Так, тихо. Подходим. Ох, черт. Так, ну она пока за мной бежит. Ну, давай, давай.
опасно. Я просто не хочу влезть. Ну уже. Тихо. Нет. Нет. Блять, ногу свело, сука. Иди в жопу. У меня один сюрикен. С какой она стороны бежит? Ага, вижу. О! На, все. Ух. Госпожа бабочка, простите. Ты стал сильнее, волк. А неужели кость Шиноби произошла? О, все. Воспоминания госпожи бабочки. Память о битве с редким противником становится в сердце волка. Медитируй, все это понятно. Так. Капелька сакуры. Розовая капля, так, остающаяся у тех, кто смог связать себя с клятой бессмертием, даруя один дополнительную единицу воскрешения. Повторно принести клятву бессмертия и получить его награду дополнительную способность к воскрешению почти наверняка можно лишь в присутствии божественного дитя наследника дракона. Найс! Иди! Иди! Ладно, с бабкой мы разобрались, с этим ниндзя разобрались, осталось еще два врага, которых мы нашли. Это призрак или кто это, я не знаю, там в пещере. И второй вот этот, один из семерых. Ты храбро сражался за меня. Такая преданность не должна пропасть даром. Верный волк, прими мою кровь и живи. Ого. Акайны Асина. Все, ребятки, все. Давайте, я думаю, на этом закончим на таком моменте. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.